Сегодня Пеппа и ее семья будут наряжать елку и украшать дом к Новому году. Папа Свин пошел в гараж за елкой, а Пеппа, Джордж и мама Свинка ждут его дома. Мамочка, мамочка, ну когда же папа Свин уже принесет елку? Ой, Пеппа, не знаю, что-то он очень долго. Ну вот, я уже пришел. Ой, папочка, папочка, ну наконец-то, а где же елка? Ой, к сожалению, у меня для вас плохая новость. Какая, папа Свин? Что случилось? Ой, знаете, наверное, в этом году мы будем праздновать Новый год без елки. Как без елки? Как без елки, папочка? Джордж хочет елку, Джордж любит елку. Ну, понимаете, мыши скрызли всю елку. Мыши? Да, мама Свинка, по-моему, у нас в гараже завелись мыши. Что же делать? Мамочка, я очень хочу елку, папочка. Не переживайте, ребята. Я слышала, у миссис Крольчихи в супермаркете есть очень красивые елки. Здорово, здорово! И мы купим новую елку. Конечно, ребята. О, отличная идея, мама Свинка. А я уже весь раз переживался, что же я сразу не подумал. Ну, тогда я побежала за машиной, а вы быстренько собирайтесь. Хорошо, хорошо. Джордж уже идет собираться. Да, ребята, скорее собираемся. Ну вот, ребята уже ждут папу Свина. О, я уже есть. Я надеюсь, вы недолго меня ждали. Да нет, папочка, мы только собрались и вышли. О, отлично, тогда садитесь. Так, ну отлично, все сели в машину. Теперь можно ехать в магазин. Ну, поехали, поехали. Ну вот, похоже, мы приехали. Ух ты, как же красиво украсили магазин миссис Крольчихи. Да, здорово, Пеппа. Давайте поскорее выйдем и посмотрим поближе. Пошли, пошли. Да, действительно, магазин очень красиво украсили. Здорово, я тоже хочу, чтобы наш дом поскорее был тоже таким же красивым. О, конечно, давайте тогда скорее пойдем и купим все, что нам надо. Пойдемте, пойдем. Отлично, пошли. Пеппа с Джорджем скорее побежали к новогодним украшениям. Ой, какое же все красивое! Да, Пеппа, у нас очень красивые игрушки. Выбирайте, что захотите. О, отлично, мисс Крольчиха, нам очень понравилось, как украшен ваш магазинчик. Да, магазинчик мы украсили очень красиво в этом году. Вы можете тоже себе украсить, как пожелаете. У нас есть очень красивые игрушки. Да, это очень здорово, но нам еще нужна елка. Нашу елку сгрызли мышки. Как мышки? Да вот, похоже, у нас в гараже завелись мыши. О, вам очень повезло. У нас осталась еще одна очень красивая елочка. Вот, смотрите. Пеппа, Джордж, смотрите, какая елочка. Вам нравится? Ух ты, здорово. Да, мне очень нравится елочка. Елочка очень красивая. Джордж, смотри, какие игрушки красивые. Джордж, какая елочка. Мы возьмем елочку, игрушки и гирлянды. Да, мамочка, папа? О, конечно, Пеппа. Это очень хорошо, что нам достанется такая красивая елочка. Да, папа Свин. Ну, отлично. Тогда выбирайте еще игрушечки, и я вам все посчитаю. Отлично. Мама Свинка, ну, пошли, будем выбирать. Идем, папа Свин. Ребята выбрали очень много украшений на елочку, гирлянд и саму елочку. Большое вам спасибо. Надеюсь, у нас домик будет тоже очень красивый. Конечно, мама Свинка, у вас будет очень красиво. О, надеюсь. А елочку, елочку, мамочка, папа, не забудьте елочку. Не переживай, Пеппа, елочку мы обязательно возьмем. Ну, папа Свин, иди за машиной. Отлично, ну, сейчас я пойду. Папа Свин погрузил все покупки в машину. Ну, спасибо вам, мисс Крольчиха. Не за что, надеюсь, ваша елочка будет самая красивая. Ой, спасибо, до свидания. До свидания. Ну вот, мы уже дома, выходите, ребята. Здорово, здорово, сейчас мы будем елочку украшать. Джордж, скорее выходи! Джордж тоже будет украшать елочку. Ну, я думаю, здесь отлично будет елочка смотреться. Да, здорово! Да, папа Свин, я думаю, здесь и самое место. Ну, отлично, вы тогда украшайте елочку, а я пойду наряжать дом. Хорошо, папочка! Хорошо, папа Свин. Здорово! А мы будем украшать елочку. Так, ребята, берите шары и будем сейчас украшать. Здорово! Вот я возьму шарик, повешу сюда. Ух ты! Очень красиво, Джорджу нравится. Да, Джордж, смотри, как красиво. Вот возьмем еще шарик и вот вцепим на эту веточку. Здорово! Ну вот, наша елочка почти готова. Как же красиво, Пеппа, действительно, у нас очень красивая елочка. Да, эта елочка самая красивая. Теперь давайте повесим гирлянду. Здорово, здорово, давайте. Вот наша гирлянда. Ой, я что-то не могу ее вытащить. Ну, как вам, мама Свинка повесила гирлянду?
елочка очень красиво. Просто отлично смотрится. Да, мне тоже очень нравится. Джорджа, тебе как? Джорджа очень нравится. Ой, отлично. Ну, а теперь давайте украсим дом немножко. Давай, мамочка, давай. Ну вот, ребята с мамой Свинкой украсили домик. Получилось очень красиво. Да, мамочка Свинка, очень красиво. Как же мне нравится. Отлично. Ну, теперь будем ждать, что же скажет папа. О-хо. Ну, я уже дом украсил. О, какая красота. Как же красиво. А елка какая у нас красивая получилась. Да, папочка Свин, мы очень старались. Да, это сразу видно. Ну, а теперь пойдемте со мной во двор. Посмотрите, как дом украсил я. Пошли, пошли, папочка, пошли. Пошли, жду вас на улице. Хорошо, мы одеваемся. Ребята вышли во двор. Ну, смотрите, как вам? Здорово, папочка! Как же ты постарался, папа Свин. Джорджу очень нравится. Да, я очень старался. Я хотел, чтобы наш домик был самый красивый. Да, папочка, у тебя это получилось. Молодец, здорово. Теперь у нас будет самый красивый домик. Ставь лайки и подписывайся на мой канал. Впереди еще много веселых историй. Наступила зима, и ребята играют на игровой площадке. Пеппа и Кэнди катаются на качельке. Папа Свин сделал ледяную горку. И остальные ребята могут с нее спускаться. Джордж и Ричард играют в снежном домике. У-ху! А что это там? Пеппа качается на качели? Я тоже хочу качаться на качели. Пеппа, слези, теперь я буду качаться на качели. Джордж, но я еще не накаталась. Ты должна уступать маленьким, а ну слезай. Ну хорошо. Покачаюсь на качельке. Ой, а что это там Пеппа опять делает? Пеппа спускается с горки. Я тоже хочу спускаться с горки. И Джордж побежал спускаться. Эй, Пеппа, уходи. Теперь я буду спускаться со снежной горки. Джордж, но я съехала только разок. Маленьким нужно уступать, уходи. Теперь я буду съезжать. Ну хорошо. Ой, а что это она там играет в снежном домике? Я тоже хочу играть в снежном домике. Пеппа, уходи отсюда, я хочу здесь играть. Джордж, но я только пришла. Пеппа, маленьким нужно уступать, да я здесь поиграю. Ну хорошо. Пеппа ушла обратно кататься на качелях. Ой, она что, опять катается на моих качелях? Нет, я хочу кататься на качелях. Эй, Пеппа, слези, я буду кататься на качели. Джордж, но ты же играл в снежном домике. Да, а теперь хочу кататься. Слези, маленьким нужно уступать. Пеппе все это надоело. Эй, Джордж, хочешь кататься на качели? Да-да, слези. Тогда лизни вон тут железную трубу. Зачем еще? Лизни, иначе я с качели не уйду. Ха, подумаешь, хорошо. Ой, ой-ой, я прилип. Помоги мне, Пеппа. Пеппа, помоги, я прилип. Ха-ха, будешь знать, как вредничать. Пеппа, что мне делать? Ты что, не знал, что нельзя лизать железо на морозе? Пеппа, я прилип языком. Ничего, сейчас отмерзнешь. Только подыши посильнее. Папа, ничего не получается. Странно, должно было получиться. Подожди, я тебе сейчас подышу. Ой, нет, фу, нет. Да, Джордж, ну ты и влип. Попробуй оторвать язык. Вот, Джордж, будет тебе урок, как вредничать. Папа, что мне делать? Я не могу отлипнуть отсюда. Что, и вправду? Да, что мне делать? Я уже дышал. Это не помогает. Ой-ой, это беда. Придется обратиться за помощью к папе Свину. Подожди меня здесь. Подожди здесь. Куда же я уйду отсюда? С прилипшим языком. Пеппа прибежала домой. Пеппа, что случилось? Почему ты такая взволнованная? Папа Свин, у нас беда. Какая еще беда? Джордж полезал в железный столб и прилип к нему. Полезал в столб? Интересно, как он к этому додумался? Ну, вообще-то это я ему подсказала.
Зачем, Пеппа? Он был слишком вредный, я хотела его проучить. Ну и как, проучила? Ну да, нехорошо получилось. Ничего, сейчас возьму тепленькую водичку и помогу ему. Пошли со мной. Папа с Винни и Пеппа отправились спасать Джорджа. Ну, наконец-то! Папа с Винни, помоги мне! Эх, Джордж, Джордж, кто же лижет железо на морозе? Это Пеппа мне так сказала. Потому что ты вредничал. Потерпи, я сейчас полею теплой водичкой. О, спасибо, папа с Винни. Спрячь язык. Не могу, он уже растянулся. Он что, так и останется таким длинным? Нет, Джордж, он втянется. Ой-ой-ой, мой бедный язычок. Зачем ты так вредничал? Не знаю, просто хотелось повредничать. Но я больше так не буду. Пеппа, прости меня, я больше не буду вредничать. Джордж, ты тоже меня прости за мою глупую шутку? Ничего, главное, чтобы язык стал обратно нормальным. Наступило утро. Джордж уже проснулся. Ой, я уже проснулся, Джордж уже выспался. О, как холодно. Что это такое белое за окном? Пеппа, Пеппа! Джордж, что такое? Я еще сплю. Пеппа, смотри, что это за окном такое белое? Белое? Неужели это снег? Джордж, это же снег выпал. Снег? Ну да, Джордж, скорее пошли на улицу. Мамочка, папочка, смотрите, на улице выпал снег. Да, Пеппа, это первый снег. Здорово, здорово, ура! Пошли скорее на улицу. Конечно, пойдем. Только нужно сначала одеться потеплее. Хорошо, сейчас оденемся. Ребята оделись потеплее и вышли на улицу. Джордж, смотри, снег, снег. Бррр, как холодно. Ничего, Джордж, это же снег. Сейчас будем бегать и будет теплее. Давайте покатаемся на санках, мамочка, папа. Пеппа, но снега еще слишком мало для санок. Жалко. А давайте тогда слепим снеговика. Фу, Пеппа, отличная идея. Давайте. Давайте я буду скатывать самый большой снежный ком. Давай, папочка, а я буду средний, а Джордж маленький. Хорошо, ребята, а я пойду на кухню за морковкой для носа снеговика. Хорошо, мамочка. Ну вот, папа Свин скатал самый большой снежный ком. Пеппа средний, а Джордж самый маленький. Отлично, ребята, мы поработали. Теперь давайте будем делать снеговика. Хорошо, папочка. Ну вот, наш снеговик почти готов. Не хватает еще морковки для носа, пуговиц для глаз и веточек для рук. Сейчас позовем маму свинку. Мама свинка! Мама свинка вынесла морковку и пуговицы. Ну, отлично, мама свинка. Сейчас будем делать нос и глаза. Ну вот, ребята, наш снеговик готов. Ух ты, Джордж, смотри, какой снеговик. Да, ребята, очень красивый. Очень красивый снеговик. А давайте мы сейчас пойдем домой. Вы напишите письмо, и снеговик передаст его Дедушке Морозу. Ух ты, здорово. Давайте, Джордж, пошли. Джордж не умеет писать. А ты, Джордж, нарисуешь. Хорошо, Джордж нарисует. О, отличная идея. Пошли, я тоже нарисую. Ну вот, Пеппа с Джорджем написали письмо с пожеланиями на Новый год. А снеговик его передаст Дедушке Морозу. Сейчас я дам снеговику. Пеппа дала письмо снеговику. Ну, ребята, молодцы. А теперь идем в дом, будем греться. Хорошо, мамочка, пошли. Наступило утро. Пеппа уже проснулась. Ой, мне сегодня такой сон приснился, будто на улице снег, а его нету. Мама, мама, папа Свин! Что, Пеппа? Мне сегодня сон приснился, будто на улице идет снег. Это был совсем не сон, Пеппа. Вчера на улице был снег, а сегодня он растаял. Так это был не сон? И что, снега больше не будет? Конечно, будет, Пеппа. А как же мой снеговик? О, ну пошли посмотрим. Пеппа с родителями вышла на улицу. Ой, а снеговика уже нету. Наверное, он тоже растаял. Пеппа, я думаю, он не растаял, а понес ваше с Джорджем письмо Дедушке Морозу. Ух ты! Здорово! И Дедушка Мороз принесет нам в Новый год подарки. Конечно, Пеппа. Ура! Сегодня мама Свинка испекла свой знаменитый фруктовый пирог. Пеппа с Джорджем играли в своей комнате. Джордж, Джордж, что-то так вкусно запахло. Таким вкусненьким и сладеньким. Да, да, это же пирог. Скорее пошли вниз. Побежали, побежали, Джордж любит пирог. Побежали. Мама свинка, мы прибежали на запах пирога. О, да, мой пирог очень ароматный и очень вкусный. Да, да, мамочка, скорее, скорее.
кушать. Нужно подождать, чтобы остыл. Он еще слишком горячий. Ну ждать это так долго. А мы уже так хотим его съесть. Чтобы время шло быстрее, нам нужно сделать что-то интересное. И я знаю, что у нас же еще нету елки. Да-да, мы поедем покупать елку. Ура, ура, это так здорово. Нет, Пеппа, я знаю занятия поинтереснее. Мы поедем за ней в лес. В лес? Зимой? Но там же очень холодно. И очень красиво. Побежали собираться. Ну хорошо, побежали. Все уже собрались и сидят в машине. Нету только папы свина. Мамочка, где же папа свин? Он так долго. Не знаю, Пеппа. Папа свин! Ой, бегу, бегу, бегу. Никак не могу найти свою шапку. Мама свинка, я нашел твои. Смотрите, какой мне лучше, в этой или этой? Этой или этой? Папа свин, тебе хорошо в обеих. Выбирай, какую хочешь, и скорее поехали уже. Да, папочка, поехали. Наверное, тогда возьму эту. Здесь уши потеплее. Да, возьму эту. Ну, поехали. Ой, кажется, дальше нам придется идти пешком. Дорогу совсем замело. Ой, так холодно. А далеко еще идти? Нет, совсем недалеко. И ребята пошли в лес. Они шли, шли, шли и шли. Папочка свин, еще долго, я уже устала идти. Да, папа свин, я уже тоже устала. И Джордж устал. Ух, я дальше не могу идти. Нет, еще совсем недалеко. Ой, где-то я это уже слышала. Кажется, я что-то слышала. Да, да, я тоже слышала. Мне кажется, это звенят колокольчики. Нужно идти на звон. Вот, нужно туда бежать. Побежали, побежали. Ребята прибежали к домику. Ух ты, смотрите, какой красивый домик. О-хо-хо. Да, очень красивый. Он так пахнет. Мне кажется, мне знаком этот запах. Пахнет? О, это же пряник. Пряничный домик. Ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно. Джордж, перестань. Это чей-то дом. Алло, кто там? Кто здесь живет? Выходите. Ой, может, лучше этого не стоит делать? Может, пошли дальше? Алло, выходите. Выходите, кто здесь живет? Хозяева. Ты здесь живешь? Да, я здесь живу. У тебя такой красивый домик и так вкусно пахнет. Да, это мой домик. Извините моего брата, он очень любит сладости. Ничего, пусть кушает, он мало съест. Я свинка Пеппа, это моя семья. Мы приехали в лес за елкой. А, за елкой. У меня много-много елок, какие хотите. Я вам могу помочь. Да, да, спасибо большое. Пошли со мной, я вам покажу. Ну, пошли. И пряничный человечек отвел Пеппу и ее семью к огромной елке. Ух ты, какая она большая и какая красивая. Здорово, я еще такой не видела. Хо-хо-хо, да, елка действительно очень большая. Да, это наша самая большая красивая елка. Можете ее взять себе. Ой, спасибо большое, какая красивая. У нас будет самая красивая елка. Да, очень красивая. Но домик так вкусно пахнет. Даже сюда. Папа Свин, мы не будем кушать домик пряничного человечка. Но зато мой пирог уже давно остыл. О, точно, пирог. Нужно скорее бежать домой и кушать пирог. Да, папочка, скорее бери елку и побежали. Папа с Джорджем играли в своей комнате. Джордж, мне уже надоело играть. Пойдем спустимся вниз к маме свинке и папе свину. Пошли, Джордж. Хорошо, Пеппа, я тоже иду. Мамочка, папа, мы уже поиграли, нам уже надоело играться в комнате. Давайте еще что-то придумаем. О, Пеппа, я знаю, чем нам сегодня заняться. Чем, папочка? Мы пойдем спускаться с горки. С горки? Ух ты! А на чем мы будем спускаться? На санках? Нет, Пеппа, не на санках. А на чем же мы будем спускаться? А вот сейчас все увидите. Ой, Пеппа Свин, отлично ты придумал. Давайте, дети, скорее одевайтесь и пойдем на улицу. Хорошо, мамочка, Джордж, побежали. Ну, ребята, все собраны? Да, папочка, мы уже собрались с Джорджем. Ух ты, ух ты, ух ты, это тарелки, на которых мы будем съезжать с горки. Здорово, здорово, ух ты, я помещаюсь. Джордж, смотри, какие тарелки. Я буду на розовой, а ты на фиолетовой.
ребята, мы уже на месте. Смотрите, ваши друзья тоже здесь. Ух ты, Джордж, смотри, какая большая горка. О, Пеппа, Джордж, смотрите, как я с горки скатываюсь. Здорово, видели, как я вскатился? Здорово, Дэнни. Дэнни, ты знаешь, у меня есть предложение получше. Какое, папа свин? Вот, смотри, можешь брать тарелку и съезжать на тарелке. На тарелке? Ух ты, здорово, здорово, можно я фиолетовое возьму? Конечно, Дэнни, бери. Ура, я буду съезжать на тарелке. Ребекка, смотри, папа свин дал мне тарелку, я буду съезжать на тарелке. Здорово, так очень интересно. Пошли кататься, Пеппа, Джордж. Да, Дэнни, идем. Ой, здравствуйте, привет, Ребекка. А можно мне тоже тарелку? Конечно, бери. Ух ты, как здорово, что вы пришли. Пеппа, Джордж, идем. Ребекка, а где же Ричард? Да, где же Ричард? Джордж будет играть с Ричардом. Ричард спустился в сугроб и не хочет теперь выходить. Вон он сидит. Ричард, иди, Джордж пришел. Джордж, иди ко мне, я здесь, здесь так весело и мягенько. Ух ты. Джордж идет к Ричарду. Тух. Здорово. Смотри, Ричард, у нас одинаковые шапки. Папа спускается с горки вместе с Ребеккой. Давай, Ребекка. Ух, ой, я упала. Ребекка, давай теперь ты съезжай. Здорово. Ну, а теперь покатаются взрослые. И готовы? Да, папа свин. Поехали. И мама свинка. И мама кошка. Здорово. Здорово. Мамочка, папа, вы тоже так хорошо катаетесь. Да, особенно папа свин. Зато и дальше все. Наступил вечер. Ребята, наверное, нам уже пора собираться домой. Как жалко, что вечер наступил так быстро. Нам очень понравилось кататься. Ничего, ребята, мы еще сюда бежим. В домике свинки Пеппы наступило утро, но Пеппа и Джордж еще спят. Пеппа, Джордж, просыпайтесь, уже утро. Ой, я так еще хочу поспать немножечко. Еще совсем рано, Джордж не хочет еще просыпаться. Пеппа, Джордж, посмотрите, на улице уже светло, пора вставать. Хо-хо-хо-хо, кто это не хочет просыпаться? Просыпайтесь, у меня есть отличная идея. Какая, какая, папочка свин? Хо-хо-хо, помните, я обещал, что мы поедем в бассейн? Конечно, папочка свин, но это было уже очень давно. Ты обещал еще летом. Ну вот, сегодня мы поедем в бассейн. Мне кажется, это не совсем удачная идея. На улице снег. Мама свинка, это очень даже удачная идея. Зимой всегда полезно купаться. Папа свин, зимой очень холодно, можно простыть и заболеть. Хо-хо-хо, мама свинка, я только что смотрел передачу, и там сказали, что зимой очень полезно купаться. Так мы закаляемся и будем здоровее. Ну хорошо, хорошо. Джордж, просыпайся. Поедем в бассейн. Ну, собирайтесь, я вас жду в машине. Ну, поехали. Ну вот, мы и приехали. Можете переодеваться? Переодеваться? Как холодно, папочка свин. Папа свин, что-то здесь никого нету? Конечно, в купальнике, Пеппа, а как же? Мама свинка, просто еще никто не посмотрел эту передачу и не успел приехать. Мы будем первые. Ну хорошо, папа свин. Ну как, вы переоделись? Папочка свин, мы подождем, пока ты искупаешься, а потом мы будем. Ну хорошо, ребята, смотрите, я съезжаю. Как же я ударился? Ой, ой, я не могу подняться. О! Папа свин скользит, как тюлень. Как смешно. Да, папа свин смешной. Папа свин, мне кажется, бассейн замерз. Ой, как же я могу искупаться, если он замерз? Папа свин, я думаю, в бассейн все же лучше ходить летом. А сейчас можно поскользить по льду. Ура, ура, да. И Джордж любит скользить по льду. Ура. Выбери следующее видео или нажимай на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски.
Выбери следующее видео или нажимай на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски.